Тюменские скалолазы вернулись с медалями всероссийского турнира памяти Анатолия Бычкова. В дисциплине «Скорость» на московской вертикали выступило около 130 спортсменов из России и Белоруссии. Меньше месяца назад Иван Земляков взял первую медаль на взрослом уровне. Тогда тюменец довольствовался бронзой, а теперь стал первым. В финале встретился с Кириллом Колдомовым из Свердловской области. В решающем забеге соперник оступился, причем дважды. Земляков же остановил секундомер на отметке 5,25 секунды. Это просто незабываемые эмоции, ощущения, потому что это первый раз. Ничего другого никогда не ощущал подобного. Это просто превосходно. Немножечко план действий сменился, и тренировочный план, и как бы все пошло. Идеально, можно так сказать, подошел мне. И все, как бы пробил свой потолок. Женский забег за третье место получился тюменским. Участница Олимпийских игр в Токио Юлия Каплина допустила срыв и отдала бронзу чемпионке Европы 2020 года Екатерине Барощук. Золото у Елизаветы Гришиной из Пензы. Елизавета Иванова, представляющая Свердловскую область, вторая.